это слово. Кстати, это очень интересная фамилия, во-первых, это знает, не знает, что это слово, да? Это лебедь. Я спросил, Виктор Иванович, видел Чайковского знания. Слог третий. Но он очень популярный вообще барабанщик в Америке. И не то, что потому что он барабанщик, а потому что он играл самые процитеры в Америке. И был очень поражен чертой размаха наших соотечественников, дружжом, которые, так сказать, устраивали банкеты, еще вставали. Но он думал, что все-таки и в честь его тоже. Ну, а Роман Уилкинсон, естественно, не играл с нами в Роцетере, но не был знакомился, поэтому еще не знаком с русской диаспорой за рубежом. Но, тем не менее, играть на тромбоне он потрясающий, я считаю. Я благодарен вам за то, что вы еще раз спасибо. И он намекает, что он, конечно, хотел бы остаться здесь. А я пока слово не давал. А тут у Виктора Самарева я хочу, чтобы он попробовал вот такой вот. Правда, я спрашивал, про Лину меня спрашивают. Ну, а мы продолжаем. Сейчас я понял, почему наши участники пришли, потому что мы сейчас дуэтом сыграем самую очень симпатичную мелодию, которую вы все прекрасно знаете.